Добрый вечер, молодежь. Сегодня вермишель на ужин и запеченный на сковороде хек. Приготовленный только цибулька молода. Кстати, цибуля, за него такой небольшой пучок цибульки, по-моему, если не ошибаюсь, 20 гривен. Хек сейчас у нас 130 с чем-то гривен за килограмм. Сегодня, кстати, был на базаре, то цены на помидоры 80 гривен за килограмм, на огурцы 100 гривен за килограмм, ну, домашние свежие огурцы, да. Ну, по крайней мере, я имею в виду не кислые, бо кто-то может подумать, консервированные там еще. Хотя в сельпо АТБ, по-моему, 100 с чем-то. 100 с чем-то. Что такое? Я кушаю. Ты покушал? А я кушаю. Ты хочешь кушать? Буба, тебе дать вкусняшку? Ты хочешь пакет, да? На. На. Все, иди, бежи. Нямы. Поїв і ще хоче. Вже сладкого. Буба в житті не пропаде, Макар. Кстати, сьогодні купили копчене сало 240 гривен за килограмм, а грудинка 300 с чем-то. Так как я сало люблю, то от этого отказаться не смог. Конечно, я больше сало люблю именно копченое. Много зависит, кто как готовит. Мы в одной женщине взяли. Попробовали как-то, ну, она торгует именно домашним салом там туда-сюда, вот, неплохое такое, чего каждый раз брать у новых людей, экспериментировать, вот так. Хотя сегодня дождь такой приличный был. По базару бегали. Побыстрее скупиться. Вкуснятина. Зайчик, тобі більше не можна. Ти жалейку хоч? Не можна, зайчик. Дай печенька дам.
Дать печенье? Зайчик, ну нема. Не можна. Буба, ти не послушний. Давай печенька дам. Хорошо? Печенька? Одну. Хорошо? Одну даю і все. Більше до мене не приходь. Все, на, одну. Ти там бодіку походу носиш, да? Все. За цим більше не підходить. Все. Грась. А то, як ми любимо сладке, це не передати слова. Сейчас, ребята, буду выдвигаться. Кто откуда присоединяется, пишите, с какой вы страны. Подписывайтесь на канал. Самая лучшая мотивация — это ваши комментарии, мотивация именно моя, чтобы снимать ролики. Лайки. Ну, кто не подписан на канал, подписываемся. Ах, я как вкуснятина. Хлебчиком, так вот. Я сейчас выдвигаюсь на с товарищем застриться. Дождя у нас пока нема. Всем приятного аппетита. До встречи.